Наверное, все-таки я отмечаю Стрелкова. Человек, который спокойным, тихим голосом может вести за собой огромное количество людей. И человек очень необразованный, и в военном деле, я бы сказала, он гений. Да. Он очень хорошо понимает ситуацию и знает, как вести боевые действия. Я думаю, что вот он как раз себе нашел сейчас в наше время. Хороший, интересный человек. Я не знаю, не мне судить, опять же, хороший или плохой, но человек очень интересный. И как героем назвать его, тоже не могу сказать. В данной обстановке нет героев. В данной обстановке есть несчастные люди. Вот и все.